Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу рубрику «Детективы в Майнкрафте». Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу активность под нашими предыдущими сериями детективов. Только благодаря вам мы продолжаем снимать эту замечательную рубрику. Да, поэтому, ребята, ставьте огромные пальцы вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серий. Чем больше лайков наберем, тем больше серий будет выходить. Все. Заткнись! Да, верно. Заткнись! Пошли! Все, хватит! У меня бежал! Хватит! Сердце! Все, пошел! Говнюк, вот он меня обижает, смотрите, он меня не любит. Говно! Ну что, ребята, что я построил в этой серии? Кем у нас будет Жека? Он будет отыгрывать роль нуба. То есть нуба, который вообще в этой жизни ни хрена не шарит. То есть он немного чокнутый, которому правительство выдало вот эту хату, чтобы он хотя бы где-то жил. Но он с башкой, честно, вообще не дружит. Прям вообще-вообще. Да, поэтому у Жеки дома будет происходить что-то прям странное. И ему нужно будет доказать... Нуб он или что-то от нас скрывает. А как обычно, ребята, решаете вы. Вы потом напишите в комментарии, смог ли Жека оправдаться. И что самое главное, смог ли я оправдаться у Жеки на троллинге. Точнее, детективы, а не троллинг. Всегда путаю. И, ребята, еще раз скажу, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас вот этот видос, если еще не поставили. Чем больше лайков, тем больше серий. А я уже сам заткнусь и побегу к Жеке и посмотрю, потому что мне прям интересно, что он там мне построил. А потом вернемся ко мне на карту. Да. Ну что, Эдисон, ты готов? Я готов, как обычно. Ты готова, моя сестричка? Собственно, чё? Эдуард. Да, заходи. Ну. Эдисон, сегодня ты будешь играть роль такого безумного нахрен, просто поехавшего. Поевшего? Я только что поел, да, поел, нормально. Я тоже только что поел, поэтому да, поевшего, поехавшего безумного ученого. Хорошо. Эдисон. Вживайся в роль, а я сейчас тебе приду. Ну! А что мне делать тут? А ну откройте дверь. Это полиция. А ну быстро, руки за голову. А, чё? Чё там? Дверь открыл. Ой. Что это за... А ну быстро! Ай, начать-то! Глицерин, водорин! Ой, ходят тут! Сюда иди быстро, сюда. Да. Руки по швам. Смотреть вперед, не двигаться. О, пришли тут тебе. Отвлекай, сынок, ну чё? На вас тут жаловались. Ой. Кто? Ты что? Говорят, соседи ваши жаловались. Говорят, что вы совсем нахрен поехавший дебил. Это так? Водород, кислород, конечно нет, видишь, дебилы! Я вообще тут сам живу, не ждет, нет у меня тут. Да, хорошо, ладно, выходите сюда, выходите на улицу. Вопрос такой. Почему у вас деревья фиолетовые? Потому что я ученый, всякие там мази придумаю, вот помазал деревья бепантолом плюс на плюс. И вот, фиолетовым стал. Бепантолом плюс на плюс. Мне кажется, вы немножко глупый безумный ученый, ну ладно. Так это что? Да! Водичку вы тоже, да, помазали? Я... Нет, ничего. Искупайтесь тогда, водичкой. Не хочу я купаться, я ученый, я уже месяц не мой. Тогда я искупнусь, да? Конечно, да. Все точно нормально. Ну там, начальник, дай сюда. Начальник. Это что у вас такая за вода? Не-не-не-не-не, тут все нормально, тут просто водопровод. Нет, ну конечно, отравлен, как Андюли, пипенсюнчики. Водопровод прорвало меня дома с тубзилета, и вот, как Андюли тут плавают. Водопровод прорвало. Да, все нормально. Ладно, понятно, это у вас что такое? Это у вас что? Начальник, ты с ума сошел? Гараж! Ну ладно, хорошо, допустим, это гараж, вот, пойдемте в дом. Да, пошли, начальник, пошли! Ой, я тут ничего не делаю, тут у меня дом. Смотри, да, нет. Да дом мне, государство мне дом дало. Я все же ученый высшей степени, вот. Преподаватель, профессор, да. А у меня в протоколе написано, что... Ну? Мы совсем недавно к нам приехали. Конечно, недавно, с другой деревни, города. Что это такое? Ну, что за скрытые проходы? Что за портал, начальник? Что за демон? Магия вне Хогвартса, ты что сделал? Это ваш дом, смысле, это не мой, откуда я знаю? Первый раз в жизни вижу. Капут. Вы совсем поехавшие, это что такое?
Я сейчас ФБР вызову, начальник, вы чё тут... Гараж, да? Гараж, говорите. Да, гараж, только я не представляю, что это такое. Какое, что вот, такое? Вот это что это такое? Это ваш дом. Да, но откуда я знаю, что это такое? Это что такое? Что у вас тут стоит? Это ваш гараж, что у вас тут стоит? Ничего тут не стоит, просто блоки натаскал с улицы и все, и вот. Я ученый, да, я хотел быть механиком, машину построить, но что-то ничего не получается. Ничего не получается, начальник. Очень не похоже это на машину. Конечно, я же ученый, я же не механик. Пошли. Ну ладно, ладно, допустим, это машина, хорошо, пойдемте. Хорошо, пошли. А это вот что такое, Это люстра. 4 люстры. А почему они шатаются, эти люстры? Ни хрена себе. Как они шатаются? Я такого не видел. Подожди. Начальник, вы что-то принимали, мне кажется. Ничего, они не шатаются. Это они шатались, они только шатаются. Это опять ваши выходки, да? Нет, это опять у вас флешбеки, начальник. Нет, ничего тут нету. Так, опять шатнулось. Ладно, пойдемте. Опять показалось. Кровь на полу! Какая кровь? Это углерыд водорода. Углерыд водорода. Химическая степень. У меня в этом полицейском участке такого. Ладно. Что чем вы занимаетесь? По какой области ученый? Химиотерапия, физическая наука. Вот, смотрите. Ага, марсианская кола. Да. Я всякую кислоту придумываю, всякие такие, вот, понимаешь. Марсианскую колу, да? То есть вы на Марс летали, да. Забрали туда колу, да? Какая кола? Ну чё, кто нам? В жизни никто вот, на Марс ещё не летел. Марсианская кола. Вы на Марс летали. Вы что, космонавт, что ли? Я так ничего не говорю. Что, марсианская кола? Подожди, а если кока-кола там, я не знаю, тут коку туда собрали или что? Я что-то не понимаю. Просто обычное название, марсианская кола, всё. Обычное название. Хорошо, то есть если я выпью, что со мной будет нормально? Я не знаю, у меня не все просто... Не, начальник, подожди, я просто не знаю, все ли эксперименты у меня удачные. Ты там, конечно, травануться можешь. А, то есть вы специально отраву кислоту для меня, да? Почему? Она если там лежала в ящике, лежала. Ты пришел, начал проверять. А я себя туда нассал, ты бы так же выпил, начальник. Пузырек с марсианской водой. На Марсе воды нет. Блядь, что, в школе не учили, начальник. Пузырек с марсианской водой. Какой марсианский? На Марсе воды нет, чё, НАСА не смотрит. А у вас лежит пузырёк с марсианской водой, вот я и спрашиваю, чё она тут делает? Марсианская? Ничего, я говорю, это просто название, вот ты в Франции был, принёс тут всякие кока-колы новые. А чё, думаешь, справиться с огурцом, с реальным огурцом? Просто название, ничего там нету такого, начальник. Да, конечно. Так это вот что такое, это вот что тут здесь прячется, да? Да не, вот тут у меня второй этаж. Опачки, кровь идет сюда, но я... Так это не кровь, я же сказал, это... Да, подвал, значит. Начальник, ничего там нет, начальник, не, ничего нет, вот там у меня воняет очень, я же говорю, прорвало трубу. Пошли, начальник. Ну ладно, мы еще сюда вернемся, обязательно. Да, не надо туда, вот смотрите, вот тут я учусь, преподаю. План починки инопланетной тарелки. Вы что, пришелец, что ли, какой-то, или что? Нет. Ну я что, виноват, я же говорю, я в институт... в институте работаю! Вот! Препод мне сказал там, вот этот, начальник там института, забыл, как он называется. Дедекан, да, дедекан, да, вот, сказал мне, чтобы я починил какую-то хрен. Я буду возмущаться, сказал, хорошо, вот, зарплату поднимите, починю. Чё мне возмущаться-то, а? То есть у вас декан инопланетянин, да? Да хрен его знает, черт его побери, кто. Я вообще не знаю, я просто работу свою выполняю и все. Вот к нему идите, вот там жене его вопросы задавайте, а я пошел дальше углеводород натрия. А это вот что такое? Рецепт топлива. Ну да. Почитаем. Рецепт топлива для тарелки. Человеческая жидкость, кишки, селезенки, марсианская кола изготавливают только в темном помещении, желательно в подвале. Это что такое? Что вы тут изготавливаете? Из селезенок и кишков, это что такое? Селезенка, червячка, кишка, гусеницы. Я вообще безвредный. Как будто вы никогда в жизни пауков не убивали, да? Там тапочком не хлопали по стене, а? У пауков нету селезенки. Да я знаю, как нету. Это я тут ученый или ты тут ученый, начальник? Как нету? Это вы меня запутали вы меня, доктор, как там вас... Человеческая жидкость. С носа выдул, все готово. Чё вам не нравится? Сейчас посмотрим, какая человеческая жидкость, посмотрим. Объект номер один. Объект номер два сгнил. Объект номер три умер. Это человеческие головы.
Какие человеческие... Это статуэтки, я коллекционирую статуэтки с Майнкрафта. Вот этот скелет Визер, вот это обычный скелет, вот это Стив, вы что, никогда в Майнкрафт не играли? Я, конечно... А скелет номер два сгнил, это череп! Ну, бедный Йорик в музее купил. Ага, а этот умер, да, тоже? Ну, да, конечно, вот, умер, пациент, да, умер, тоже Йорик, да, копия его. Причём тут пациент? Я не доктор какой-то, я доктор наук. А это что у вас такая за одежда? Инопланетная, да, одежда? Не-не-не-не. Марсианская. Почему? Просто, вот, да, космонавт, вот, космонавты в этом ходят. Видишь, вот тут у нас ходят, военные ходят, а вот тут гопари обычные. То ну есть просто. Вы все в одном. Вы же говорили, что вы не космонавт, откуда у вас я космонавт? Я не космонавт, я вот просто. Я доктор наук, я ученый, я вот экзоскелеты разрабатываю для космонавтов и военных. Следующее поколение, понимаешь, оружие вот разрабатываю, да. Ладно, мне все-таки интересно, что у вас там в подвале, поэтому. Ничего там нет, не, подожди, да, подожди, начальник. Я проверю, у меня ордер на обыск есть, в принципе. А ну, покажите, ничего там нету, начальник, ничего там так, нету. Посмотрим, что у вас в подвале. Да ничего там нету, Ну спускайтесь, доктор, спускайтесь. Начальник, что за... Алло! Как мне спуститься? Ваша молодость теперь ждать нельзя, ладно, да, пойдёмте, конечно, пойдёмте. Нельзя, начальник, вот... Это что такое? Это человек-труп висит! Какой человек-труп? Труп висит! Какой человек-труп? Вы совсем сумасшедший, да вообще совсем... Ничего тут нету, начальник! Ничего тут нету! Вы просто... Я понял вас! Вы просто инопланетянин, который пришел сюда и убивает людей. Все, я звоню полицию. Срочно. Какой полицию? Срочно наряд сюда. Какую полицию? Людей убивают. Какую полицию, начальник? Да, людей здесь убивают. Людей срочно убегать отсюда. Как ее убегать, начальник? Спускайте собак. Это побег. Какой побег? Нет никакого побега. Не, начальник, вернитесь. Ничего тут нету. ГИПДД, УВД, марсианская, что-нибудь, пойдите, начальник! Помогите, дебилы, придурки, начальник, ничего больше этот паскуда не расскажет никому, все, умер ваш начальник, ничего тут нет больше. Ну что, Жека, давай. Ну что, я готов, давай. Я готов. Готов, включай гемот 0, давай, включай. Гемот 0, да. Да, так, включай. Что такое? Да, вот. Все? Ага. Все, хорошо. А кто я? А, Жек, ты сегодня будешь отбитого нуба играть, который в жизни вообще ничего не понимает. Просто... Нуба по жизни, я понял. Нуба по жизни, да. Просто недоразвитого нуба, Жека, будет играть. Да, типа... Давай, Жек, да. Всё, ты же открыть! А, дверь открывайте! Здоровый. Здорово! Здорово! Жалоба поступила на вас! От соседей! Что вы псих ненормальный, кричите по ночам, что там. Говорите с кем-то сам собой, непонятно вообще. Вы все. Ага, то есть вы даже не отрицаете это, да? Да, я немножко. Поехавший! Ой, поехавший. Так, что-то мне это не нравится. Поехавший, да? Ага. Так, ладно, сейчас мы все выясним. Все. А, вы походу не поехавший, вы походу бухие. Вот смотрите, сколько у вас тут вина, да? Можете меня проверить на пьяный этот. Какой-то там, я не таких слов даже не знаю. А, хорошо. Проверьте меня, я абсолютно нормально. Хорошо, садитесь, я проверю. Садитесь. Ага. Дыхните в дуло. Какое дуло? В дуло дыхните. Ну я проверю. Не вижу, что. Ну в трубочку дыхните. Трубочку дыхните. Какую трубочку? Я еще вас посажу на 8 суток. Так, бухие, значит, бухайте, да? Ну вас. Так, подожди, что за склад тут алмазов, золота, что это такое, чуть не могу понять. Как ты? Кем ты работаешь? Кем ты вообще работаешь? Я дебил. Понятно, как ты вообще алмазы добываешь, золото? Откуда? Такой беру туда-сюда. И все, а потом мани. Ой. Что туда? Где ты вообще их находишь? Откуда? Как ты домой притаскиваешь? Где ты нахожу? В смысле, где? Неважно, начальник, неважно. Неважно. Ладно, неважно, да? Вообще, я не понимаю, вот тебе правительство дом дало, выделило, бесплатно. Чтоб такие отбитые нубы, как ты, хотя бы не сдохли, а жили, продолжали жить. А у тебя тут алмазы, у тебя тут золото дома, откуда? Ты себе дворец можешь купить. Я тупой, ничего не знаю.
Это понятно. Так. Ох ты ж, ёханый бабай. Это ты приготовил? Не. Прикольно, да, свинтон? Хорю. Подожди. Мастер... Подожди. Так, мастер... Я похож на свинью. Подожди. Мастер-класс от повара. Профессиональный повар. Бабушкины пирожки! Это все твои книги, они подписаны! Все, бабушка, бабуля у меня такая, туда-сюда свинтус, а я тут... А где бабуля? Ты бабулю, значит, свою зажарил, да? Да, какую бабулю? Она сама себя зажарила, да? Бабуля, что ли, бабуля? Бабуля, вставай, бабуля! Нет, это явно не... А ну, будьте адекватным, я сказал! Все, минус один дебил в мире. Так! Адекватными будьте, адекватными! Понятно? Адекватный. Так, много книжек. Вы читаете, да? Любите почитать, да? Да. Да что вы любите почитать? Я красную шапочку люблю. Касается чудовища. Касается чудовища. Еще что? Колобка еще люблю. Это так. Иногда. Так, ну иди сюда, дебила, кусок, иди сюда, это чё? Кого что? Ты, это вот такое? Бабулю ты тут, наверное, похоронил, да? Вот бабуля, да, лежит, валяется. Да нет, это бабуля, типа, сама уже готовится. А где сама бабуля, не могу понять. Да, хрен его знает, пошла куда-то. Так, я уже улик на вас очень как до хрена, прям офигеть, как много. То я вчера ничего не виноват. Это твои машины, да? Нет. Так, правительство, значит, тебе выделяет по 100 рублей в год. А у тебя тут Феррари, у тебя тут Ниссоны всякие во дворе. Откуда? Я просто тупой. Откуда? Объясняй! Так, ладно. Ладно, мои разработки, да? Вот, мои разработки. Это мои разработки, листочек белый. А машины откуда? Объясни. Не знаю. В смысле не знаешь? У тебя во дворе машины. Я ничего не знаю, тупой. Так, я реально чуть не понимаю. Смотри, какие-то приборы космические. Чё это такое? А ну объясняй давай, быстро. Это игрушка. Нажимаешь рычаг. Вперед. Ну. Вперед, это... Хорошо. А машина откуда? Это игрушечная. Феррари игрушечная за 300 кусков баксов. Игрушечная. А пластмассовая. Какая пластмассовая? Я вижу то, что она реально фирменная. Да у вас просто проблемы с этим, со зрением. А чё она разверби прям реальную машину? Да пластмасса, говорю, это просто макет. Ладно, макет, говоришь, да? Ну, пошли. Говорит, разработки какие-то у него там, говорит, макет. Так, хорошо. Да, ходите! Чё? Могу... Чё это? Что это такое? Я тебя спрашиваю, что это такое? Это солдатики мои. Какие солдатики? Реальные люди, вот они, смотри, дышат. Вот так садишься и такой, пил. Так... Пил! Стреляют! Иди сюда, ненормальный, иди сюда! Так, у меня уже улик на тебя просто... Вы мне дом взорвали! Так, солдатиков побили! Ага, значит ты не псих, иди сюда! Вот твои разработки, какой-то нано-футуристический... Это трансформеры! Какие трансформеры? Мы не жалкие трансформеры! Супер трансформеры. Чё-то не катит. Мне кажется, ты работаешь на правительство, да? Всякие тут. Оптимус Майнкрайм. Оптимус Майнкрайм. В принципе, как я и думал, значит, ты роботов для войны, да? Третьей мировой разрабатываешь. Какой да? войны? Игрушки. Значит, ты только прикидываешься, да, сумасшедшим, а сам ты. Да игрушки это игрушки. Вот смотрите, видите, игрушка пропала, все, нет игрушки. Какие игрушки не... Так, смотри, вот тут. Игрушка опять появилась, вот видите, это игрушка. Я говорю, робот какой-то, так, А не какой-то не робот, игрушка это. Вот, игрушка тоже стоит. Ракета, да? Да, это, понимаете... Ракета, да? Это все игрушки наделали. Какие игрушки, дебила кусок? Это не я. Какие игрушки, я спрашиваю? Смотрите, вот, PlayStation. Можно играть, не... Какие игрушки, я спрашиваю? Ему правительство 100 рублей в год дает. Ах вы же... 100 рублей в год, а он тратил, у него тут ракеты, у него тут роботы нафиг. Как и... А ну охрана, давайте... Да, даже... Какие же... Какую прокуратуру? Ну...
Какую прокуратуру? Даже без следствия и расследования. Какую прокуратуру? Вот смотрите. Не ломайте мои игрушки. Он тут Скайнет разрабатывает. Завтра терминаторы у нас во Владивостоке появятся. Он говорит, то, что он нуб. Только не в солдатика. Ни хрена не поймает. Он тут реально Скайнет дома в подвале. Так, все, нубас. Тюрягу тебя, нубас. Пошли. Тюрягу тебя, нубас. Бабулька! Сейчас, у меня еще одна ракета есть. А он меня популяется. Популяет? Бабулька, он меня отбивает. Иди сюда, Нубас. Он все сломал. Он все сломал. Иди сюда. Так, все. Сейчас нарядом приду. Все, Нубас, молись. А это что такое? Завтра на зоне будет. Это мне подкинули, да, закинули? Да, все. Алло, тут Скайнет у нас дома. Приседайте, отряд, наряд. Сейчас мы придем, Нубас. Бабулька, он псих. Он убил нам дом. В общем, ребята, пишите в комментариях, кто смог справиться с сегодняшней миссией, с сегодняшним заданием, а кто нет. Мне кажется, Жека вообще не справился. Жека, он вообще, сломал мои игрушки. Жека вообще без фантазии. Новые игрушки буду строить. Вот вообще такая, вообще никак, да. Поэтому, ребята, ставьте, да, большие пальцы вверх прямо сейчас в этот видос, если большие хотите глубки. Больше серий, да. Всем удачи и всем пока. С ним даже не прощаться.